Господа, дамы, привет! Сегодня у нас на обновлении вот такой радар-детектор. Это PlayMe Silent 2. Я специально их стал теперь снимать после всем известных событий, когда меня ругали. Подключим его с помощью приспособления 220 на 12 для проверки. Обязательно я теперь включаю, проверяю. Звук работает, дисплей показывает. Интересно, кстати, дисплейчики, я таких не видел. Так, мы его отрубаем. Смотрим, какие у него есть разъемы. Мини, отлично. У нас есть разъем мини. Тут у меня небольшой бардак. Ну вот, вот так вот он выглядит. Я его подключаю к компьютеру. Не зажимая никаких клавиш. Там какой-то драйвер он, видимо, определил. Какое-то устройство настроено, установлено. Если не будет драйвер ставиться, тогда мы будем... А, кстати, он и не поставился. Драйвера не установлены. Сейчас, наверное, скорее всего, будем еще ставить драйвер. Я вообще не смотрел... Так, давайте посмотрим его модель. PlayMe еще раз. PlayMe Silent 2. Обновление. Я еще сам не смотрел ничего вообще, поэтому будем вместе. Так, обновление PlayMe. Давай. Вещи. Так, оп, камеру я вам включу. Сейчас вообще убедиться, что на него есть обновление, потому что я не знаю, какого года этот радар-детектор. Я только посмотрел его в телефоне при клиенте, чтобы убедиться, что у него вообще есть GPS. Долго открывается, но это не мой интернет. Вообще с интернетом все нормально. Sorry, ребят. Так. Видеорегистратор, радар, детектор. Что-нибудь похожее есть? Кто-нибудь видит? PlayMe Silent 2 у меня. Ай, сори, ё-моё. Так, радар, детектор. Не туда смотрел. Silent 2. Сейчас отобразит на всякий случай. Да, это он. Руководство инструкция по обновлению скачать. Драйвер DFU скачать. Актуальная база от 21.07. Ну, актуальная. Две недели базе. Так, актуальная, опа, актуальная прошивка и база камер. От 22-го азиатская часть и СНГ. Короче, он и шьется, и обновляется одновременно. Давайте посмотрим, что тут есть. Последний, что тут добавили в 2019 году остановки. Дальше, нам нужна инструкция. Мы ее сейчас быстренько чекнем. Значит, нужно поставить драйвер, скачать, так. Скачать на PlayMe в разделе обновления компьютер PlayMe Easy. Ну, у нас он пока не скачался. Я вам сейчас камеру уберу, и даже не Easy, у нас нет вообще такого файла. Может быть, это программа для обновления. Но будем надеяться, что в архиве, который вот у нас скачается, через одну минуту скачается, будет все вместе. Я, кстати, делал похожий аппарат, между прочим. Ну, ничего сверхъестественного. Так, нам нужен драйвер. PlayMe драйвер. Откроем. Свернем. Закроем. Выберем драйвер под нашу битную систему. У нас это 64-битная система. Ну-ка, сейчас посмотрю, чтобы микрофон тот стоял. Да, микрофон тот стоит, чтобы я сам с собой не разговаривал. Так, тут у нас что? У нас есть и автоустановщик, и ручная. Обновить, найти, указать. Я положил на рабочий стол в папку 64. Окей. Окей. Если вдруг драйвер не ставится на Windows 8.8.1.10, необходимо отключить проверку цифровой подписи драйверов. У меня есть на канале инструкция, прям так и пишите. Отключить проверку цифровой подписи драйверов там с шестеренкой. Так, драйвер поставился. Кстати, клиент говорил, что он сам пробовал обновлять. Вот, возможно, на этом этапе был затык именно с драйвером. Ну, как бы человек не обязан это знать, если честно. Это уже достаточно специфичная история. Так, скачалась наша прошивка. Мы ее кладем, да, прямо вот сюда. Нет, давайте на рабочий стол, на всякий случай. Кладем на рабочий стол, посмотрим, что она из себя представляет. Давай. О, так. Он видит в пакете ПО... голосовые подсказки за 19 год, которые оговаривают, разговаривают про остановки, как раз про которые мы прочитали, саму базу камер. Он видит наш регистратор, жмем обновить.
Ничего не трогаем. Я теперь стал записывать все видосы, чтобы они у меня оставались, потому что после известных всем событий последних было неприкольно. Вот, теперь у меня, если что, есть пруфы. Если кто-то там что-то будет утверждать, у меня есть доказательства. Кстати, я сейчас, знаете, что вспомнил? Я делал один такой Play Me. И вот я прям сейчас вспомнил, как раз, когда увидел это окошечко. И история была в том, что у него бесконечно бегало обновление. То есть оно не останавливалось вообще ни на секунду. Вот. И там дело было в самом радар-детекторе. И там уже потом, когда с клиентом я говорил, он говорит, да, вот типа так и было. Я говорю, а вы принесли его просто обновить? Он говорит, ну типа, а вдруг обновление поможет? Я говорю, могли сказать бы раньше. Вот. Так, базу камер он нам обновил, голос. У него, кстати, интересная история, обратите внимание. Сначала базу камер, потом голос, потом ПО. Никогда такого не видел. Сначала ПО, потом голос, потом база камер. Но вот голос, база камер еще как-то варьироваться могут, а ПО должно первым обновляться. Очень интересное решение. Ну, возможно, ПО отдельно, там, суп отдельно, там, мухи отдельно. Может, в какой-то отдельной области лежат. Ждем, ничего не трогаем. Знаете что, давайте пока инструкцию откроем. Инструкция нужна, инструкция важна. Хочу найти по сбросу. Прям вот Ctrl-F. Сб рос. Нет, вообще такого да, слова. Вот. Что нам надо? После обновления при включении устройства от штатного автомобильного адаптера дисплей последний отображает следующий надпись. Название модели, версия прошивки, версия базы камер. Короче, знаете, зачем мне это понадобилось? А, потому что на некоторых моделях есть необходимость сбрасывать настройки. Это делается на некоторых Xiaomi, например. Вот, чтобы сделать полноценное обновление, это после того, как обновил, ты должен включить его с зажатой кнопкой, допустим, mute, ну, типа звуковыключения, и он сделает все сбросы. Либо там на чем-то, на каком-то устройстве зайти в настройки и там сделать сброс. Так. Кстати, тоже интересный момент. Видели, первый этап сначала красным идет, потом зеленым. Удивительно долго делает. Но здесь нет такого, здесь просто дожидаться окончания. Я предлагаю вам не ждать, дожидайтесь полностью заполнения зеленых полей в 100%, как здесь указано, потом нажать кнопку «Выход», и отключаем его от компьютера. Ну, у меня есть еще адаптер, на всякий случай, я его потом просто включу, чтобы проверить, все ли у меня работает. Теперь я это тоже делаю под запись. Все, ребята, всем спасибо, всем, кто посмотрел. Удачи вам в обновлениях, хорошей вам дороги. Увидимся в одном из следующих роликов. Ссылка на ВКонтакте в описании. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на наш паблик в Телеграме. Ставьте лайк под видео и поделитесь роликом, если он был вам полезен. До новых встреч, друзья.